Здравствуйте, дорогие друзья! 145-й псалом. Очень серьезный псалом, очень большой. Это один, наверное, тот, который в один урок не уложимся. Сказал Раби Авина, тот, кто читает этот псалом 3 раза в день, ему гарантируется Царство Небесное, то есть как штамп есть, трактат Брахот, то есть основа основ. То есть уже этот псалом выделяется из очень многих. Написано, что этот псалом, я буду так по кусочкам читаю, те, кто охвачен страхом. Если ты что-то чувствуешь, когда читаешь этот псалом, после этого 7 раз, 91-й, это снимает и убирает страх, из-за которого это пришло. Написано, что читают для того, чтобы преодолеть тревоги и чтобы защититься от беды. Шахарит мы читаем, вообще это мы читаем в молитвах каждый день. Евреи, которые ходят в синагогу или читают дома молитву, каждый день читают. В Шахарите этот псалом называется Ашли. Но на самом деле пасук Ашли — это последний пасук предыдущего 144-го псалма. А 145-й он называется Тегилат Давид. В этом в трактате Брахот на 4-м листе сказано, что каждый человек, который произносит Тегилим, это я повторяюсь, но это очень важно, 3 раза в день он уже уготовил себе часть, ну там, место в этом мире. И Маарашал такой бы объясняет, что 3 раза мы произносим, потому что этот Тегилим связан с 3 праотцами. Авраамом, Ицхаком и Яковом. Написано, что великий Аризаль однажды во сне увидел большого цадика. Это раби Нахмана Катуфа, современник Шлома Бироля. И он рассказал секрет 145-го псалма. Он сказал, что Давид Амелех заключил в 145-м псалме все свои псалмы. Он как корень всей книги Тегилим. Он сказал, что количество букв этого псалма равно 638. Это суммарное число гематрии имен праотцов. И вот в молитве Амида мы называем Всевышнего Богом Авраама, Ицхака и Якова. Написано: у небесной колесницы 4 ножки. И Всевышний наградил Давида тем, что он стал 4-й ножкой этой меркавы. Его имя и имя произносят в благословении в авторе Маген Давид. И поэтому, когда в Шахарит мы читаем 145-й псалом, мы добавляем 14 слов из последнего пасука, вот 144-го. Посмотрите в молитве, да. И 14, кстати, это гематрия имени Давида. Это псалом, большая сгула от страхов, мы говорили, и написано, что причина страхов — негативная энергия, и нужно 3 раза произнести 145-й, еще раз 7 раз 91-й. Это второй, в первом варианте 1 раз 145-й, 7, в другой книге написано 145-й 3 раза, и 7 раз Тегилим точно снимается это все. Что еще для облегчения судов? Написано, за деяния наши, над нами есть какие-то вечно суды, ну, сложности, скажем. Вот чтобы облегчить эти сложности, и то, как на нас смотрит небо, читается 145-й псалом, и он облегчает суды. Духовная сущность этого псалма написана в словах, что ничто живое не существует без питания. Творец обеспечивает всех. И сказал Давид: глаза всех ждут тебя, и ты даешь пищу, и открываешь руку свою, и насыщаешь всякого там. Разумный человек полагается не на свою, не на голову, не на рассудок, не на силы. Никакой труд не будет успешным без Всевышнего. Все. Поэтому наши доходы мы называем что? Лехи мин хашамаим, то есть пот, хлеб небесный. Хасидут на сон 100 на этот псалом. 21-й перек. Раби Михаил из Злочева писал, что там слова, которые хвалу Господу произнесли уста мои, благословит всякая плоть его имя. Мы спрашиваем себя, как эти уста могут изрекать хвалу Богу. Написано, серафимы, ангелы, они перед его именем, а мы там будем. Писание говорит, пусть всякая плоть благословляет его имя, потому что именно плоть восхваляет его. То есть сказано, что даже маленький червяк, да, поет песнь Богу. И вот превосходит всех человек, которому надо, который в своей жизни доходит до того, что начинает восхвалять Творца. Вот нам это, когда человек искренне хочет благословить, вот это 21-й, здесь перек, написано, большие тайны заключены вот в том, что он сразу становится угоден небу. Браха Вацлаха — это первая часть нашего 145-го псалма.